Привет, народ! Вы находитесь на канале Мысли Слух 2.0. Меня зовут Василий Роман. Сегодня у нас день рождения у Мишки. Мишка, помахай. Андрюха идет с нами. И как заведено по нашей семейной традиции, мы идем выбирать Мишке подарки. Семка у нас еще маленький, Ксюха у бабушки. И пойдем сейчас выбирать в магазин подарки. Мишка будет сам себе выбирать. И Андрей. Сейчас все про это покажем. И Андрей. Вон они вдвоем. Два брата-акробата. Мишанька, махай. Привет! Сколько тебе лет? Скажи в камеру. 5! Вообще большой, да, Андрюха? Угу. Ну, пойдем. Я робот-акробат. Пойдем. Уже мотанули. Не догонишь. В магазин. За подарками. Бегуны, меня-то хоть подождите. Я так вас не смогу догнать. Заходи. Пойдем наверх. Михаил. Давай, давай, поднимайся, Михаил. Наверх, Мишань. Быстрее, 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 быстрее. Мы поднимаемся в игрушечный отдел. Андрюха вперед всех убежал. Мишанька. Андрей, ты куда? Андрей, ты куда? Здравствуйте, мы снова к вам. Мы как это, постоянные клиенты у вас. Забегай. Да, спасибо. Так, ну чё, Мишаня? Ах, сколько всяких игрушек, да? Смотри, что это у нас? Nexo Knight какой-то. Тоже какой-то. Это зеленый, который я хотел. Зеленый лего? Да. Ну-ка. Там такой робот. Ты куда-нибудь его надо спросить. Там есть какая-нибудь корзиночка или что-нибудь такое? Есть у вас? Вам, да? Да, какую-нибудь корзиночку. Они сейчас вот... Этот уже... Андрей, бери. Тут только не берем. Я куплю роботов. Подожди, Миша. Сейчас тебе даст корзиночку, чтобы мы складывали в корзиночку это все. А то у нас нет. Всячина. Что ты, Андрюха, там присмотрел? Что выбираешь? А это что за... Желтый какой-то, одноглазый. Мэтт-миньон. А? Мэтт-миньон такой. Супермен. Звездные войны. Автоматы. Сейчас я пойду посмотрю. Эй, помнишь тут квадратный? Подождите. Я хотел там Рэд найти. Кого? Рэд. Я не знаю, кто это. А это что ты нашел, говоришь? Это не Рэд, это обычные другие. А, это эти, поросюшки. Майнкрафт. Майнкрафты. Целая куча всяких разных. Не, у нас такой же есть. Я хочу найти Стива обычного. И самолет. Скелета. Андрюха, ты что там? Ну ты хоть покажи какую-нибудь нашел. Никакой еще. Ну елки-палки. Мы так до завтра будем с вами выбирать. Вот. Там весь торт без нас съедят. Вот он. Робота, что ли? Да, ну, Оптимус Прайм. Ух-ух-ух. У тебя же есть автомат. У тебя Калашникова автомат. А это игрушечный. Ну, а у тебя какой? Автоматы. А, он пикает. И тоже пикает. Это по-другому. Угу. Я проверяю. Все эти. О, машинки тут сидят. Андрюха что-то выбирает. Кого ты там выбираешь, Андрюха? А? Ничего, просто смотрю. Динозавров? Я знаю, с вами в магазин как с мамой ходить, а? А что мы такие же? Такие же вообще. Прям точно-точно такие же, как мама. Можно полдня в магазине провести. Ну-ка дай.
Сплинтер? Да. Я такого же дома не хочу найти. А, вот он. Без панциря черепахи сборный набор. Вот это не видит. Их панцирь. Ай-яй-яй. О, Донни. Рафаэль какой-то. Андрюх, ты выбрал? Вот мы идем с магазина с пакетом. Купили? Подарков Мишке купили. О, а ему еще подарили вот такой. Ну-ка, давай шарик покажу. Что написано? С днем рождения. Вот, на шарике написано. С днем рождения. В честь дня рождения продавец магазина Мишке подарила шарик. Говорит, с днем рождения тебе, Мишка, держи тебе шарик. Мы уже как это... Постоянные клиенты там. У нас день рождения у всех. Наверное. Было. Чуть ли не каждый месяц, да, у кого-то есть день рождения. У Сёмы первый. А он чего? Ладца. У Сёмы. Потом, у кого потом еще? А потом... А? И сейчас мы вот туда идем домой. Где горка? Где горка? Мы на горке едем. У нас потому что горка. Во. А еще Мишке тетя Ксюша подарила вот такой вот набор мужской, да? Ну-ка покажи давай, раскладывай, будем смотреть, что это такое. Так. Детская. Миньоны какие-то тут. Мылки. Шампуньки с миньонами, со всякими штуками клевыми. Гель для душа. У тебя теперь целый набор, да, джентльменский? Да. Клево. Вот так. Дай это пять. Как баба мне подарила Человек-паук набор. Так как баба подарила Человек-паук, да, этот набор, а этот? Это миньоны набор. Вот тебе, видишь, еще подарок уж. Клево. Тут банан даже. После почти часового похода в магазин мы наконец-то пришли домой. Сейчас будем отмечать день рождения, покушаем тортик, да, и будем распаковывать подарки. Вот наш именинник. Билли. А это Андрюха. Андрюха, помахай. А там у нас спит Димка. А там дрыхнет Семен. У Семена сон час, блин. Дрыхнет. Тихо, разбудишь Димку. Ладно. Мама нам по жопе даст. О, у Мишки пацанский день рождения. Надо вам сюда еще это, стол прям так на этого накрыть. Идите, у нас тут пацанский день рождения у Мишани. Девчонок пригласил на праздник. Пойдемте, говорит, на улицу торт есть. Все, задул. Давайте есть торт. Хорош. Сидеть, облизываться. Девчонки, пойдем торт есть. У нас этот деревенский день рождения. На улице, на лавочке, под доской объявлений, короче. Тебя? Вот тебя давай на видео снимем. Все сидят, едят арбуз, торт и пьют лимонад. На наш деревенский день рождения приехала Ксюха, баба и дед. Ксюха такая-сякая, запрещает мне снимать на камеру. Все постоянно спрашивают, где, говорит, ваш еще один... Вот он, наш еще один ребенок! Дети, журналисты, достала мне эту звездную! У тебя звездная болезнь, да? Все вокруг. Все, вот она наконец-то попалась в кадр. Меня уже в интернете все спрашивают. Пацанов всех показывают. Покажите дочку. Вот дочка. Помахай. Скажи. Скажи. Канал Мысли вслух 2.0. Канал Мысли вслух 2.0. Вот наконец-то Ксюха попалась в кадр. А вот дед, расскажи, как арбуз. Здравствуйте. Тетя Лариса, привет. Хороший арбуз. Все. А, оператор. Да, видеоблог канала Мысли вслух 2.0. Снимаем этот
деревенский день рождения наш. Опа, Мишаня, ну-ка. Вот Мишанин подарок. Раз. Такой вот автомобиль. Сейчас будем открывать. Андрюха, доставай, что там еще есть. Семен, иди сюда. Пойдем доставать. Бамблби. Второй. Раз. Давай еще, что там есть. Пистолет. Бери, Андрюха, это тебе пистолет. Угу. Семену дайте-ка что-нибудь. Майнкрафт. Семен, Майнкрафт, держи. Лего мое. Клево? Да, Лего Майнкрафт. Ха, классно. Еще что там? Вот, там еще деталька упала от нее. Лего? Лего-лего-лексик. Еще набор. Черепашки-ниндзя с нами. Резиновых каких-то черепашек-ниндзя. И ниндзя какая-то, лего. Держи. Ну все, давайте открывать. Давай. Пап, открой лего. Сейчас, откроем лего. Ну, Андрюха, давай, откройте. Ну-ка, Андрюха, разорви ему, достань лего. Стих, вот мой. Опа. Оп, Андрюха открыл уже. Это мальчики. Смотрите, черная черепашка. Ну-ка покажи. Майки. Черная черепаха-ниндзя какая-то. Майки. Прикольно. У них поднимаются кубик. Руки. Майнкрафт кубик. А это кто? Это Стив. Они а у нас такой был уже. Черепахи-ниндзя. А это робот какой-то трансформер. Вот целые коллекции. Лего. Давайте, что сейчас открываем? Робота? Да, моего. Давайте, открывайте. Сначала моего, пап, открой. А, и распечатывайте. Я пошел чаю попью. Я-то еще не кушал сегодня. Я пойду чаю попью, а потом вы откроете и покажете мне, ага? Мы все это... О, тут тоже. Да, тут аппарат, да, Семен? Да. Ну-ка покажи, что у тебя там. Майнкрафт. Здоровый. Это как старый. О, Мишка уже расковырял. Ну-ка. Кто это? Бамблби. Это Бамблби? Да. А это Лего, Лего. Ну, открывай, вот так ложь. И открывай. А это запасные. Это вот такие тут в наборе всякие Лего. Такой, а такой, это такой, это а у нас... Трансформеры. Это трансформеры, елки. А вот это вот лего. Ты-то шаришь, я-то не шарю. Лего. Лего, трансформеры. Помоги он открыть им так, этого. А что? Я не знаю, что там, он Андрюхе собрать, помоги. Это что, это Майнкрафт? Где? А, там уже... Ладно, я пошел перекушу, вы пока собирайте, а я потом, когда уже соберете все. Ксюху сниму, как она торт точит. Я говорю, меня в интернете спрашивают. Вы, говорит, снимаете все время маму, папу и пацанов. Где, говорит, девочка ваша еще? Я говорю, я ее снять никак не могу, она все время прячется. Не это, не попадает в камеру. А сейчас вот попала видеокамера, все, я тебя выложу в интернет. А вот торт. Они спрашивают, а где ваш деда? Еще, вот он, деда наш. Где он там на теплоходе прячется? А деда у нас уже попадал в кадр. Мы когда пилили дрова, деда у нас на телеге это рулил. Еще, кто там деда, комментарии какие пишет? Всякие разные. Вкусный торт? Да. Да. На чаю бахнуть. Надо выпить. Давай. Ром. Сегодня я рассказывал вам про Мишкин день рождения. Сегодня у Миши у нас был день рождения. Сегодня к нам бабушка с дедушкой приезжали, отмечали. Мишка сказал, будем на улице со всеми ребятами отмечать, как в деревне, говорит, отметили. Ну и зашли дома по-семейному, так посидели, отметили, развернули подарки, поздравили Мишку с днем рождения. Ну, как-то съемка получилась такая поверхностная. То есть не смог я обхватить так полно, как хотелось, осветить весь день рождения. Ну, как-то так. Вы находитесь на канале Мысли вслух 2.0. Меня зовут Васильев Роман. Вот здесь под видео ставьте лайк, палец вверх. И подписывайтесь на наш канал. Канал Мысли вслух 2.0. Мы многодетная семья Васильевых. Увидимся. До встречи. Всем пока.